Два человека пострадали в ДТП с участием маршрутки. Авария произошла вечером в воскресенье 19 июля на улице Октябрьской. Как рассказали в ГИБДД, 34-летний водитель «Рено Логан» ехал по Гуртьево. При повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с пазиком. Автобус влетел в бордюр. В результате ДТП телесные повреждения получил водитель транспортного средства «Рено Логан». С места ДТП бригады скорой помощи доставлен в больницу Семашко. После осмотра установлен диагноз «закрытый перелом левой тазобедренной кости». Госпитализирован в противошоковое отделение. 53-летний пассажир автобуса сломал ребро. Мужчину госпитализировали в областную клиническую больницу.